Правильный. Ой! Мне звонит реально кролик Бонза. Что ему надо? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня я заказала на сайте Darknet кролика Бонзо. Ребята, вы, точнее, скорее всего, знакомы с ним по игре Poppy Playtime. Я, правда, не знаю, какая серия, но этот ужасный кролик является вторым антагонистом. И сегодня мы попробуем оживить его при помощи доски для вызова духов и еще одного инструмента, а также после этого разрезать эту проклятую игрушку и посмотреть, что создатели сайта Darknet положили внутрь для того, чтобы оживить кролика Бонза. Ну а перед началом не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, а также обязательно нажми колокольчик и напиши самый топовый комментарий, потому что именно он обязательно попадет в мое видео, как этот. Друзья, вроде бы я все рассказала, давайте же начинать. Итак, для того, чтобы призвать кролика Бонза, а точнее оживить его, нам необходимо обязательно зажечь свечи. Три проклятых красных свечи. Ух, ребята, я чую, что будет очень жутко и страшно. Немного расскажу про кролика Бонза. Это проклятая игрушка. Совсем недавно появилась на сайте Darknet. Жуткое, страшное описание, которое даже нельзя показывать, потому что YouTube может это забанить. Дело в том, что кролик появляется в этой игре на каких-то веревках и начинает бить в свои железные диски. И чем больше шума от дисков, тем ближе этот кролик к вам. И если он до вас доберется, и вы сделаете что-то не так, он просто бам! И конец игры. Да, ребята, будет именно так. Но вот если он не сможет в этой мини-игре вас убить, то за ним придет мамочка длинные ноги. И тогда она поквитается с этим кроликом и убьет его. Да. И потом в игре он будет появляться везде уже мертвым. Жуть. Кстати, забыла добавить еще один очень важный факт. Когда кролик нападает и он разозлен, вместо обычных зубов по кругу у него вылазят острые зубы. Такие, знаете, как у пираньи. Поэтому сейчас мы попробуем его оживить и посмотреть, в реале придет он ли в мой дом, потому что в предыдущем видео, которым я снимала Кейна, ребята, оживляла и также разрезала, после просмотра этого видео обязательно посмотрите видео, где я разрезала и оживила, точнее сначала оживила, потом разрезала проклятую игрушку из Даркнета Кейна. Он, вы не поверите, он реально пришел ко мне домой. Он ходил по моим комнатам. Это сняли скрытые камеры. Сегодня мы тоже обязательно после оживления будем следить за скрытыми камерами, которые расположены в каждой моей комнате. И увидим, получится ли у нас оживить кролика Бонза. И после того, как мы проверим скрытые камеры, мы обязательно проведем антиобряд и разрежем этого кролика. Посмотрим, что внутри. В общем, смотрите это видео до конца, потому что будет интересно. Итак, для того, чтобы оживить эту проклятую игрушку, нам необходим с вами белый чистый листок. Свечи мы с вами зажгли, и мы пишем «Бонза, оживи» три раза. Итак, «Бонзо» или «Бонза», как он правильно? По-разному. «Бонза», давайте «Бонза», по-моему. «Бонза, оживи». Еще раз вместе. Бонза, оживи. Еще раз. Бонза, оживи. После чего, ребята, мы сворачиваем этот листочек. Сворачиваем в этот листочек. И смотрите, что мы как бы делаем. Мы делаем как бы из него планшетку. Планшетку для доски вызова духов. Теперь на этой стороне мы обязательно рисуем всевидящее око, которое поможет нам
поможет нам оживить кролика Бонзе. Итак, пока сюда наша доска для вызова духов, доска Уиджи. Она древняя, как мамонт, и рабочая. Итак, мы берем эту планшетку и начинаем призывать кролика Бонзе. Кролик Бонзе, приди. Кролик Бонзе, приди. Кролик Бонзе, приди. Кролик Бонзе, ты здесь? Кролик Бонзе, ответь, прошу тебя, ты здесь? Смотрите, смотрите, работает. Да, отлично, кролик Бонзе здесь. Ребята, что мы делаем дальше? Мы оставляем кролика Бонзе здесь, под скрытыми камерами, а сами отправляемся в тайную комнату, где мы при помощи скрытых камер будем наблюдать, что будет происходить. Поэтому погнали. Ребята, вы это видели? Вы видели, что реально кролик Бонзе был в моей квартире? Он попал на скрытые камеры, и вы, и я видели его. Это просто жесть, ребята. Ну ладно, теперь нам нужно провести анти... Что это за звук? Что это? Происходит. Телефон звонит. Дим? Да. Дим? Кролик Бонзе мне звонит. Мне звонит реально кролик Бонзе. Что ему надо? Офигеть, он прямо сейчас звонит на мой телефон. Я только что хотела его обратно провести обряд, чтобы он улетел как бы из этой игрушки, чтобы ее разрезать. Но он реально звонит. Вы знаете, что он может, что души эти проклятые могут связываться через телефон. Ладно, давайте ответим. Кролик Бонзе, что тебе нужно? Не убивай меня, пожалуйста, не убивай. Я не собиралась тебя, я просто отпущу тебя туда, откуда ты пришел. Я не... Что это за звук? Это диски? Это твои диски? Ты хочешь меня убить? Я уже иду за тобой, мамочка, длинные ноги наказали мне тебя убить. Быстрее сбросить. Черт, скорее проводим обратный обряд. А то еще и мамочка длинные ноги придет ко мне сюда. Кролик Бонзе покинет этот мир. Кролик Бонзе покинет этот мир. Кролик Бонзе покинет этот мир. Прощай. Теперь я должна разорвать на 4 части эту бумажку и найти имя Бонзе на одной из этих бумажек. Найти имя и сжечь. Обязательно. Хотя бы первые буквы. Давайте вот эту. Бонзе, Бонзе покинет этот мир. Бонзе покинет этот мир. Бонзе покинет этот мир. Бонзе покинет этот мир. Так. Так, я надеюсь, что мы все сделали правильно. И кролик Бонзе покинул этот мир, ребята. И мамочка длинные ноги не придет за мной. Пожалуйста, я прошу вас, не повторяйте этого дома. Это действительно очень опасно. Не нужно оживлять игрушки, потому что может произойти все, что угодно. Пожалуйста, лучше смотрите мои видео, и это будет гораздо интересней. Так, ребята, ладно, давайте разрезать кролика Бонзе прямо сейчас. На счет раз, два, три. Так, отлично. Все. Теперь мы посмотрим, что же создатели сайта Darknet положили внутрь этого... Что это?
Давай-ка я одену перчатки лучше. Что-то как-то там все противно. Я не понимаю, что внутри, какое-то мягкое. Вообще кролик Бонза, это как бы, если это кролик, он изначально должен быть как пасхальный кролик. Ведь ну, считается, что кролики, они пасхальные. И мне кажется, что я нашла внутри него пасхальное яйцо. Давай посмотрим. У него какая-то желтая жижа. Погляди внутри него. И погляди. Что это такое? Это яйцо. Это пасхальное. Ой, черт, блин! Оно такое хрупкое. Это... Господи, боже мой! Он весь в яйце. Но там было что-то еще, Дим. Там что-то еще жесткое, но мне противно. Фух, сейчас я, ребят, сейчас я соберусь, там внутри что-то еще. Что-то жесткое. Так, я достаю. О, господи, что это? Ребят, поглядите поближе. Знаете, что это такое? Это музыкальная губная гармошка. Блин, она... Сейчас я ее протру. Она вся в этом пасхальном яйце. Смотрите, как-то зажимается вот так вот. И вот так вот как-то она должна звучать. То есть это музыкальный кролик, который бьет в музыкальные диски, и внутри него музыкальный инструмент, а также пасхальное яйцо. Две вещи, которые смогли и помогли оживить нам кролика Бонза, друзья. Мне кажется, что это было жутко страшно и, тем не менее, интересно. С вами была Королева Мистики. Всем пока!